Вальс из всем известного советского фильма «Берегись автомобиля», «Веселые наигрыши», «Полюбившиеся детям два веселых гуся» и даже современные «Пираты Карибского моря». В небольшом концертном зале детского сада номер 23 сегодня настоящий музыкальный праздник. Главные герои, конечно же, малыши. Игра на инструменте назывался он «Силофон». Тебе нравится? Да. А почему? Ну, я хожу в музыкальную школу, мне понравилось. Летом я записался, и так было хорошо в мне. Фестиваль уже стал доброй традицией, ему больше 20 лет. В статусе городского он проходит 12-й раз. Его главный организатор, музыкальный педагог Ирина Таруличева, рассказывает, ей всегда хотелось привлечь как можно больше детей к игре на инструментах. Очень помогает, безусловно, потому что развивается чувство ритма, мелодический, гармонический слух. В общем, все на пользу. И, конечно, обогащается вот духовная культура, они знакомятся с разными произведениями. Выбрать лучших непросто. Чтобы не обидеть юных талантов, организаторы изобрели множество номинаций. Среди них лучшая аранжировка, сольный номер, авторская идея. Но без небольших подарков и грамот не уйдет никто. Это то место, где дошкольники могут проявить свое творчество, свои способности раскрыть. Здесь создается ситуация успеха для каждого участника фестиваля. В зале тишина. Маленькие музыканты относятся к своим коллегам с большим уважением. Я песню играла вместе с друзьями. На хрустальном колокольчике. Почему? Потому что он красиво звучит и очень красивый. Я играла песню, мне очень понравилось. Вальс. Танцевать можно, еще получать призы. После концерта чаепитие со сладостями, а завтра новый конкурсный день. Коллективы с лучшими номерами попадут на гала-концерт. Пройдет он 8 декабря в Доме музыки и кино «Комсомолец». Мария Беленко, Денис Катамин. Новости.